Говорит экспериментатор. Я осуществляю вещание на защищенном канале Семеры. В 4 утра мы получили сигнал от парадигмы. Нам еще нужно подтвердить его подлинность и убедиться, что нас не взломали или еще как-то не обманули. Но я верю, что сигнал настоящий. Я знаю, что у кого-то есть смешанные чувства насчет парадигмы.